Взяли Геночку, а Геночка нужно было еще как-то каких-то разных. Взяли Сашу, это двухметрового нашего огромного, которого вообще в троллейбусы не шли. Диму сказали, клеишь носы, вот худой, красивый, давай тоже. То есть взяли всех актеров, то в основном там были не актеры. Так как я был единственный сумасшедший, который за такие деньги мог сходить с ума, и нам, у нас не было сценария на первые 4 или 5 программ. Я когда спросили, сколько импровизаций, говорю, в первых 4 было где-то порядка 100% импровизация, потому что мне приходил Витя и говорил, значит, времена года, ты режиссер, не приехала звезда, ты должен выкрутиться, придумай. И ушел. И вот то, что вы видите, это импровизация. Я начинаю придумывать, я говорю, стоп, тогда мы сделаем вот так, я эту сценарий один посажу сюда, давай я сделаю. Я тогда начинаю сочинять.